Если масло, то только шедевр. Говорят, что если у человека есть мечта, то большая часть дела уже позади. В кулинарном шоу «Магия кухни» воплощаются самые смелые, гастрономические все ваши желания. Дорогие телезрители, готовьте с нами, экспериментируйте, удивляйте, пусть каждое ваше блюдо на кухне получается магически вкусным. А как приготовить именно такое блюдо, да не одно, нам расскажет и наглядно продемонстрирует маэстро кулинарного искусства, шеф-повар ресторана «Жалын» Евгений Громков. Евгений, добро пожаловать! Ну, как-то неудобно говорить. Здравствуйте, шеф-повар, добро пожаловать к нам на кухню. Наверное, добро пожаловать в программу «Магия кухни». Вот так будет лучше звучать, согласны? Домой. Домой, хорошо, согласен. Евгений Громков – не только шеф-повар, но и заведующий производством. В его обязанности входит общение с клиентами, решившими устроить банкет, составление меню, а также контроль работы кухни. Обожает знакомиться с новыми блюдами. Признает, что большую часть поварских знаний приобрел во время работы в посольстве Казахстана в Италии. Мы будем сейчас наших телезрителей удивлять нашим вкусным, прекрасным блюдом, но мне кажется, если сейчас в этой студии появится очень красивая, прекрасная, замечательная, талантливая девушка, которая принимает участие в группе Skills, а зовут ее Маргарита Опря. Маргарита, Маргарита. Здравствуйте. 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 Маргарита, знакомьтесь. Здравствуйте, Евгений. Вот, сегодня будем готовить. Маргарита очень высокая только из-за каблуков, а так мы, в принципе, с Маргаритой одного роста. Вот, прекрасная, красивая девушка. Ударение на Опря или Опря? Опря. Опря. Необычная, очень необычная фамилия, правда же? Да. Ну, я думаю, что и необычно у нас сегодня будут блюда. Ну и хотел бы напомнить, что генеральный партнер компании Eurasian Foods Corporation с брендами «Три желания», «Шедевр» и «Золотые горы». И вот эта продукция просто незаменимый помощник на кухне. Сегодня мы с вами в этом, конечно же, убедимся. Итак, вам слово, шеф. Прошу, что у нас здесь? Так, у нас здесь... Заготовлено. Маргарита, подходите капрезе. К нам ближе. Это капрезе, это сыр, в принципе... Капрезе? Сыр моцарелла. Так. Будем... Новая капрезе, в принципе, он как облегченный, да, вариант. А, так мы готовим сегодня капрезе. Да, это капрезе. Капрезе с клубникой, которую необычно любят девушки, и сладкое, и покушали. Я хотел... И сытное, и легкое. Об этом хотел сказать, что моя жена Олеся, она очень любит, но только с помидорами. Я вот с клубникой... Да. Вы пробовали с клубникой? Нет. Я тоже ни разу не пробовал. Вот и сегодня попробую. Это ваша авторская или она... Нет, это и есть. Присутствует. Присутствует везде, и в Италии, и везде. Надо было сказать, это ваша авторская. Пусть девушки удивятся. Обманем сегодня наших телезрителей. Хорошо. Сегодня авторское блюдо. Так, ну а с чего мы начнем? Я думаю, что начнем, наверное, с того, что возьмем тарелку, чтобы уже начать это выкладывать. Не проблема. Это у нас не проблема. Вам красивую белую, наверное, надо? Да, белую давайте. Белую сейчас. Прошу. Наверное, нам будет удобнее там это делать. Ну, давайте. Евгений, я вам туда все приготовлю. Прошу. Так, тарелку. Давайте. Что вам нужно? Зелень. Маргарита, пойдемте сюда, и я вам дам такую... Маргарита, вы как-то так очень скромно. Вы любите готовить дома? Или не хватает время? Всегда по-разному, на самом Всегда деле, по-разному. Да. Иногда хватает время, иногда его вовсе нет. Давайте так, когда время хватает, то вы лучше поваляетесь на диване, посмотрите телевизор или приготовите что-то вкусное? Вот только честно нам сейчас. Вот честно скажу, я не так часто дома бываю из-за рабочего гастроли. Графика. Ну, не постоянно, но часто. Записи в студии допоздна, наверное. Да, и так далее. А когда дома, я обязательно, когда отдыхаю, что-то приготовлю. Угу. Ну, что-то что? Вот что любите? Какое любимое блюдо? Ой, на самом деле разные. Разные? Ну, да. Давайте, пока будем сейчас слушать нашего шефа, так, вспомните. Давайте, Маргарита, давайте мы с вами начнем. Наверное, вы пока базилик наш. Его как порезать? Его резать не надо, просто его просто листочками рвем. И сразу можно, в принципе, его на тарелку выкладывать. Фруговую? Окей. Нет, просто кучкой так. И в дальнейшем вот так берете, хвостики отрываете и тоже... В принципе, сюда. Хорошо, потом просто перемешаем, да, правильно? И все. Очень все сложная процедура вы Маргарите дали. Да. Справится ли Маргарита? Вам тогда я доверю кушать клубнику. Почистить клубнику. Нет, кушать клубнику, я думаю, скажете сейчас. Хорошо. Конечно. Отрываем хвостики. И все. На этом все. Все договорились. Евгений, скажите, вы как давно являетесь шеф-поваром? Уже 9 лет. 9 лет? Да. А до этого, получается, были... Я был поваром, вся моя профессия, да, заключается в том, что я 9 лет работаю. А, в целом? В целом 9 лет, да, и мне кажется,
успешно, ну, нравится. Я уже вижу по вашим рукам, как вы это все аккуратно делаете. Так что ни грамма не жалею ни о чем. То, что пошел, то, что учился, то, что приехал. Ну а что натолкнуло вас на это? Вот, может быть, нас сейчас смотрит будущий шеф-повар, который думает, ну все, я брошу, ничего у меня не получается. Ну, как обычно, нас наталкивают родители на это. Я крутился около мамы постоянно. Родители, да? Да. То есть, скажем так, папа не был против? Ну, папа был... Папа хотел, чтобы мы стали там, я не знаю, с ним работали, да? Он у меня постоянно в рейсах. Постоянно. Он у меня дальнобойщик. Ничего себе. Но ни я, ни брат, мы не пошли ни по его профессии, пошли, скорее всего, как можно сказать, против, да, него. Против папиного желания. Слушайте, ну здорово же, представляете, дальнобойщик, он проехал, отвез груз, возвращается, а вы ему что-то вкусное приготовили. Ну, это бывает очень редко. Тогда понятно, почему папа расстроен. Так, давайте, Маргарита, мне кажется, достаточно будет. Давайте мы вот так выкладим. Моцареллу. Мы берем клубнику. Mm-hmm. Маргарит, берите клубнику. А, будем резать, да? Да, мы ее разрезаем пополам, так, буквально. Так. И выкладываем на каждую моцареллу одну клубнику. Слушайте, ну в принципе, очень быстро же, да? Это очень быстро делается, это легко. Допустим, и главное, вкусно же. К вам неожиданно пришли гости. Да, раз надо это раз быстро какую-то заготовочку. Притом, вот я считаю, что вот этот салат можно и до еды, да, и после горячего. Ну, как десерт, в принципе, да? Ну, такой. Друзья, вот если вы сейчас вдруг смотрите нашу программу и к вам наведались ваши гости, родственники или друзья, то очень просто. Берете клубнику, сыр, моцарелла, листья. Тем более клубника. Кстати, у вас листья чего здесь? Здесь руккола и базилик. Руккола и базилик. Да? Все очень-очень-очень просто. Все, в принципе, остается у нас полить нашим базилимическим уксусом, и наш салат готов. Окей. В Италии говорят «Пронто!» Все готово. Си. Си. И так. Просто... Вот я, кстати, много его не люблю, когда поливают. Нет, я просто говорю, когда... Да, я понимаю. И, в принципе... Кто-то, такой... наоборот, любит больше соусов. И в центр, да? Да, в Ёлочку. Центр поставим вот так вот. Вот так. Можно еще клубничку. Да, Маргарита, давайте. Это вам. Маргарита. Вот почему я сказал, что нашу студию должна украсить красивая девушка, потому что женские руки, они всегда добавят что-то очень... И что-то придумают. А, точно, совершенно верно. Так, это все убираем. Ну, друзья мои, если бы у нас в программе были номинации за самое быстрое блюдо, то, наверное, мы бы сегодня с вами победили. Ура, друзья мои, ура! Я предлагаю пробовать, мы будем чуть позже, после того, как мы приготовим второе блюдо. Маргарита, вы же не сильно голодны? Нет. Точно? Точно. Тогда это пока в сторонку. Пускай украшает наш стол. А мы переходим ко второму блюду. Дорогие друзья, не переключайтесь. Капрезе с клубникой. Выкладываем на блюдо. Сначала слой из рукколы и базилика. Следом нарезанный дольками сыр моцарелла. Клубнику разрезаем пополам и выкладываем поверх ингредиентов. Блюдо поливаем бальзамическим уксусом. Наш летний легкий салат готов. Приятного аппетита! Друзья, мы приготовим для вас капрезе не с помидорами, а с клубникой. Мы переходим ко второму блюду, которое называется... Как котлеты куриные и со спагетти с песто. Вот так вот, друзья, мы очень сложное название. Котлеты куриные и спагетти с песто. Для этого нам понадобится, прошу, расскажите нашим. Так, нам понадобится филе куриное, крахмал, яйца, лук. Но для спагетти нам понадобятся сами спагетти и само песто. И я смотрю еще чеснок. Чеснок это для соуса для котлеток, который нам понадобится в дальнейшем майонез. Я все-таки предлагаю сократить и дать название этому блюду. Маргарита, как вот смотрите, котлеты, спагетти, что как-то можно назвать? Какое-то, может быть, итальянское название? Ну да, какое-нибудь, не знаю. Какой-нибудь Милан там. Ну вот, пока вы думаете о названии, вы мне должны были рассказать о вашем любимом блюде до этого. Я вам дал время. Любимое блюдо? Которое вы готовите. Именно. Которое я готовлю. Это сложный вопрос. Я вообще, знаете, поклонница живой еды. Я всегда стараюсь... То есть курица бежит, я раз ее ешь. Нет, я стараюсь есть меньше мяса, но если это мясо, то оно обязательно должно быть вареное или... Пареное. Да, приготовленное на пару.
Часто это свежие салаты, это смузи. То есть вы за здоровый фреш. Да, я стараюсь. Последнее время я иду к этому. Это очень сложно. А с чем связано? Мне кажется, мы давно с вами знакомы, вы никогда не были склонны к полноте или еще. Из-за чего это? Просто хочется... Я на самом деле посмотрела очень много видео в интернете, много читала об этом. Просто хочется здоровья, долголетия, молодости. Вот, шеф, как вы считаете, права сейчас Маргарита? Конечно, а, да? Конечно. Сейчас наша... Но при этом мы будем жарить сегодня котлеты. Так это котлеты легкие. Друзья мои, это курица. Не переживайте, то, что вы сегодня увидите, это все очень легкое, диетическое, полезное и вкусное. Мы приступаем прямо сейчас. Давайте начнем, наверное, с того, что поставим для макарон воду, чтобы она закипела. Хорошо, я это сделаю. А мы с Маргаритой пока начнем... резать курицу и лук, в принципе. Резать как? Так, кубиками? Маргарита, смотрите, я вам сейчас дам кусочек. Как в рекламе, можно воду буду лить? Такой небольшой кусочек. Я сейчас пока чашечку возьму. Столько хватит воды же или полную? Нет, чтобы наши макароны поместились, в принципе, этого будет достаточно. Да. Так. Маргарита, смотрите. Мы берем с вами. Режем кубиком. Как пластинками? Нет, кубиками. Да, сперва пластинками такими, а потом нарезаем не сильно крупными кубиками. Окей. Хорошо. Так. Сковородка нам понадобится? Какой-то. Да, чуть-чуть попозже. Но я ее приготовлю просто. Да, хорошо. Я, конечно, это все буду делать медленнее. Нормально. Пойдет глубоко? Да. Да, нормально. Отлично. Так, а я что, пока пожонглирую яйцами, что ли? Нет? Ну, попробуйте. Нет, не будем рисковать. У каждой хозяйки десятки секретов. Салатов, пюре, запеканок, омлетов. С брокколи, рукколой, тмином и кинзой, камамбером, рокфором, чеддером, брынзой, с уксусом, солью, молотым перцем, с любовью, душой и от чистого сердца, с мясом, без мяса, с начинкой и без, сотни рецептов. Один майонез. Майонез «Три желания». Вот у меня всегда такой был интерес, вот вопрос к повару, наверное. Если человек, работающий в этой сфере, он повар, он женат, кто готовит дома, муж или жена? Не знаю. А если... Ну, насколько, зная свой характер, зная, как я буду, но я дома практически не готовлю. Я даже когда к родителям езжу, у меня мама... Приготовь что-нибудь, я хоть попробую. Я говорю, мам, я приезжаю к тебе отдыхать. Да. Пробовать твою. Мама, ты готовь. Мама, ты готовь, да. Так что я не знаю, может быть, ну вот сколько есть друзей, сколько есть знакомых, коллег, которые женаты, там, замужем. Ну, приходят, и они готовят дома повара. После работы. После работы, уставшие там. Ну, смотря еще во сколько придут. Если в час ночи, естественно, там уже не до еды. А так, в принципе, повара дома готовят. Но, честно, когда выходишь с кухни сам уже, да, то, естественно, это у тебя уже другое чувство. У тебя ты вышел с работы, все, у тебя новая жизнь. Ну да. В принципе, начинается. Я вот просто думаю, как повезет женщине, которая выйдет замуж за повара. Вот. Ей практически готовить не придется. Дома не будет готовить? Нет. Я дома не готовлю вообще. Так, лук Маргарита что, дорезала. Правильно? Да, 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 сюда скидывайте. Маргарита дорезала курицу, филе. Наверное, Маргарит, я, наверное, сам лук нарежу, да, хорошо. Потому что мне будет за вас макияж. Да, не хочет плакать Маргарита. Да. Даже не переживайте, я могу помочь. Давайте тогда. Давайте. Без проблем. Нам не нужны ваши слезы, Маргарита. Тоже кубиками, да? Да, тоже кубиком. Я лук часто дома режу, так что я... Шеф, а под какую музыку вы любите готовить? Есть ли у вас какая-то... Разная. Да? У меня стоят радио, стоит то, что у меня там, допустим, в телефоне. Я включаю колонки и готовлю. И все, то есть нету какого-то, мне нету, да? Нету определенной какой-то там тематики музыки. Главное, чтобы что-то играло, что-то
жарилось. Угу. И это, можно сказать, кайф. Окей. А на одном из телеканалов видел программу, где дети готовят. Вы, наверное, видели? Нет. Да. Не видел. Не видели. Так, мне нужна ложка. Ложка. Соль и перец. И тогда уже яйца с крахмалом. Так, прошу. Так вот я к чему. Все-таки это телемонтаж, или действительно дети в 9 лет могут готовить? Там просто они такие блюда готовят, которые, я думаю, и взрослые не всегда смогут приготовить. Ну, не знаю, не надо посмотреть. Нет, а встречали вообще детей у меня, в своей жизни? Да, у меня ко мне подходили родственники, да. Так. Ой, научи вот, я говорю, вы куда, говорю, ему сейчас сковородку возьмет, обожжется, ага. И я буду потом еще виноват. Да. Нет, говорю, так что, говорю, пусть чуть подрастет, так. Хотя бы лет 15. А mm-hmm. потом уже, в принципе... Что прорассознанно, да, все? Да. То да. есть не встречали детей талантливых, которые вот готовят? Встречал, но сам не видел. А, мне говорили, что говорит. Вот там... Я пробовал, но как это процесс был, и помогали ли ему родители... А, ну вы пробовали? Да. И что, как вот, на вкус? Вкусно? Вкусно. Ну, здорово. Так, мы посолили чуть-чуть воду. Mm-hmm. Так, Маргарита дорезает лук, я пока чуть-чуть посолю нашу курицу. Хорошо. Подперчу. А, так крахмал для того, чтобы укрепить и... Да. Чуть-чуть крахмал. Чтобы добавим, они получились такие. Все. Точно? Да. Котлеты. Угу. А почему котлеты? Я всегда вот хотел узнать. От какого слова, Маргарита, как думаете? Почему котлеты? Почему не там, я не знаю, не клубок, не комок? Они же всегда круглые такие, да, в принципе? Ну, это не будут круглые, они будут более... Не, ну в целом, вот в моем понимании котлета, она такая круглая или овальная. Но не как котел, однозначно. Да, мы сюда добавляем яйцо. Даже не знаю. Так, яичко. Все это перемешиваем. Да, это мы все перемешиваем. И все, нам можно будет включать сковородку. Включать? Хорошо. Да. Отлично. И... Масло? Масло, да. Какое понадобится? Растительное. Растительное. Да. И, скорее всего, Марат, нам надо будет включить духовку. Хорошо. На... Так. Вы сами лучше скажите. Угу. На градусов 150. Так, чтобы нам довести наши котлетки чуть-чуть, прям буквально. Хорошо. А, сколько масла? Подскажете мне? Угу. Еще, еще, еще. Да, достаточно. Угу. Точно? Угу. А какие-то интересные случаи были вот на гастролях? Связанные с едой? Ну, может быть, не с едой, может быть, с вами, с группой. Был такой случай, наш инструмент барабанщика, по-моему, его мало барабан, отправили не в тот город. О. Да. Бывали такие случаи. А как выкручивались ситуации? Приходилось с ртом ему? Нет. Нам предлагали альтернативу. То есть люди того другой города инструмент. Ставили, хотя какие-то бывают инструменты, их, ну, они незаменимы. Незаменимы, ну да, да, согласен, согласен. Они связаны с каким-то, может быть, нашим индивидуальным звучанием. Ну, да, да, это, конечно же, да. Кажется, что просто барабан как кастрюли, ну, с виду, а на самом деле это, да. На самом деле. А как вы пришли к тому, что стали петь, Маргарита? Со скольки лет вы поете? Сколько я себя помню, столько и пою. Правда? У меня мама музыкант, она мне с детства привила... Как-то я не знаю, она мне рассказывала, что, будучи совсем маленькой, я уже что-то там пела, напевала. Надо. Поэтому нет такого. Вопрос, наверное, в том, во сколько я конкретно начала заниматься музыкой. Ну, наверное, профессионально. Ну, профессионально, да. Если взять во внимание эту сферу, ныне в которой мы работаем, наверное, лет 5. Лет 5. Да. Именно профессионально. Ну, то есть вам сейчас 17, то где-то с 12 получается. А 18 вам уже? Ну, мне, к сожалению, больше. Больше? Ну, чуть-чуть больше, ну ладно. А вы любите петь, шеф? Да, я люблю петь. Ну, напойте нам какой-нибудь. Давайте не будем. Почему? А мы подхватим, поможем вам. Ой, я так люблю это. А давайте Маргарите доверим. Да, давайте Маргарит. Вы знаете, как правильно надо Маргарит? Ну, я не знаю, как правильно. А шеф, подскажите, как? Нет, надо... Нет, ставим, да, правильно? Да, ставим. Ставьте и ровно, не ломая. По центру. Ну, я обычно вот так это делаю.
Потом они, как сказать, становятся более мягкими. По центру, да, и вот так. И потом они уже потихонечку. Да, вот Маргарита. Наши телезрители тоже теперь будут знать. Я тоже, вот, кстати, по центру, потом они падают и. Кстати, а вот вы какие макароны используете? Я пользуюсь итальянским макароном. А, итальянский. А как вот к нашим казахстанским продуктам относитесь? Нет, к казахстанским хорошо отношусь, у меня дома я пользуюсь ими, но в данном случае это итальянские макароны. Да? Да. Ну, понятно, в данном. А вот я, например, предпочитаю наши казахстанские, на сегодняшний день неплохо стали. Да. А, да? Правда? Да, есть хорошие макароны, которые ничем не отличаются, даже взять от тех же итальянских макарон. Ничего себе. Абсолютно. Вкусные также. Значит, их можно и варить, и альденто, и они вот, даже если постоят, они не распадаются, не развариваются. И... То есть постепенно наши продукты выходят на уровень, да? Да, я думаю. Маргарита, а вы как к казахстанским? Наверняка есть что-то казахстанское дома. Есть. Продукт. Много макарон казахстанских. Я не знаю, почему так сложилось. Мама всегда покупала казахстанские. Да, и как-то вот не задумывались, что есть итальянские макароны. Ну, да. Хотя нет, вот это правильно, недавно... Я нашла такие макароны. Они мне нравятся, то, что они цветные. Там зеленые, оранжевые есть. Да. Они как рожки такие закрученные. Класс. Мне почему-то они очень нравятся, я их всегда беру. Но я не знаю, они итальянские. Ну, во-первых, они там и со шпинатом, и это натуральные. Это овощное все. Натуральные красители. А у меня вот Олеся, она любит, жена моя, она любит мороженое наше казахстанское. Любит очень. Мороженое? В стаканчиках. Да. Друзья, мы выбираем казахстанское, и вам всем советуем, конечно же, покупать наше казахстанское. Можно поставить, это буквально на 5 минут. 5 минут. Маргарита, мы вас вынуждены будем чуть позже попросить спеть куплет или припев своей любимой песни. Ой. Без этого мы вас не отпустим. Нет, неправильно, без этого теперь мы вас... Теперь я не... буду думать. Я без всегда этого, все обо всем думаю. Без этого мы не накормим Маргариту. Все правильно понятно. Я думаю, шеф? Ну да. Говорится, принципе, отрабатывай. Ну, конечно, как иначе. Я же люблю готовить с музыкой, да? Вот. Правильно, все верно. Сковородка нам уже все не понадобится. Да, можно, не нужна. Маргарита, давайте мы с вами займемся пока соусом. Я думаю, так... Что понадобится? Нам нужен теперь наш майонез незаменимый. А, конечно, он незаменимый. Маргарита, вы, наверное... Вот такой вот. Пойдет? Да. Отлично. Вот. Мелко? Да, мелко. Как много его нужно? И куда? Его вот сюда. Угу. Вот сюда. Чуть пока Маргарита режет, так, я возьму терочку и... Вы мне подскажете, сколько? Еще. Угу. Еще. Все хватит. Достаточно. Маргарита все так и не сказала мне свое любимое блюдо. Да я... Да нет у меня любимого блюда, ну, на самом деле. Ну спагетти. Вот, я не знаю. Я люблю окрошку. Очень. Ну, вот видите, очень люблю окрошку. Вот, а вы окрошку как любите? С квасом или с кефиром? Нет, просто с кефиром. Овощную окрошку. Мне она почему-то очень нравится. Когда я куда-то иду, я всегда ее заказываю, если она надо там же есть. Здорово. У меня вот мама делает, значит, там обязательно огурцы, картошка, редиска, укроп, колбаса, сок лимона добавляет, кефир и воду. Мама воду еще, потому что кефир густой. Я Нельсон Пенни. Расскажу вам, как создается шедевр. Трижды отфильтруем лучшее свежее масло. На этом этапе рафинации уйдет все лишнее, а нам останется только масло. Заморозим, чтобы в нем не появлялся осадок. И напоследок удалим посторонние вкус и запах. Итак, мы создали шедевр – масло высокого качества, которое подчеркивает натуральный вкус ваших блюд. Если масло, то только шедевр. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В детстве, наверное, все доставали песни, да? Леонтьева. Доставай. Если мы в детстве дружили с Маргаритой, я бы, наверное, каждое утро бы... Маргарита, та-та, Маргарита. Нет, он же что-то так поет. Маргарита. Как меня только не называли в детстве, на самом деле. Придумывали же. Придумывали разные имена? Меня даже Маргарином называли. Маргарин. А я об этом не думал. А как можно? Рита еще, да, можно говорить сокращенно? Так. Так, я сейчас достану наши котлеты. Котлеты? А, 5 минут же прошло уже. Конечно. Точно. Румянистые такие. Аппетитные. Жалко, что Маргарита не ест, да, жареная?
Жаль, жаль, такое вкусное. Спушайте меня. Ну, Маргарита, я же в самом начале. Все равно попробует. Все, наши макароны готовы. Готовы? Конечно. И добавляем сюда песто наше. Песто? Да. Песто, песто. Песто, песто, в принципе, я сам делал, я уже не стал в эфире. Ну, если сам, расскажите, как. Так, здесь у нас идет... Послушайте, телезритель, внимательно. Здесь у нас идет базилик, uh-huh. идут орехи uh-huh. кедровые, uh-huh. идет сыр пармезан, uh-huh. идет оливковое масло. Uh-huh. Все это смешивается на блендере. Чеснок, да, чьи соли добавляется, все это на блендере взбивается, получается такая красота. А на сколько нужно для того, чтобы уже употреблять его? Или не надо? Нет, абсолютно, сразу вы сразу сбили, и можно сразу кушать. Так что... О, ничего себе. Здесь да. нету такого ничего. Так что... Прям аромат такой ощущается, да? Очень вкусный. Итак, дамы и господа, блюдо, которое Маргарита так и не придумала название. Я напоминаю, что это у нас котлеты из курицы с песто. Выкладываем на блюдо. Берем кадры. Те же котлетки. А, у вас есть ложечка? На каждую котлетку. Можете на каждую котлетку, как вам нравится, как вам удобно. Да. Вы знаете, нет, я, пожалуй, сделаю вот так, потому что я не люблю, когда так рядом, люблю всегда сама макать, сама контролировать этот процесс. Да, хорошо, тоже согласен. Ох, друзья мои, наши уважаемые телезрители, как здесь все это очень аппетитно и вкусно. Я думаю, что и вам стоит сегодня попробовать приготовить хотя бы одно из этих блюд. Наш замечательный капрезе с клубникой, который тоже будем сейчас пробовать. Куриные котлеты, просто пускай называется на второе блюдо. Все, не придумали мы название. Котлеты из курицы с песто. Филе курицы нарезаем кубиками. Довольно мелко шинкуем репчатый лук. Смешиваем эти ингредиенты в отдельной посуде. Солим, перчим, добавляем крахмал и яйцо. Тщательно перемешиваем. Из этой массы формируем котлеты и обжариваем их с обеих сторон на растительном масле. Далее отправляем их в духовку, разогретую до 150 градусов на 5 минут. Для соуса смешиваем майонез с мелко нашинкованным укропом и небольшим количеством чеснока. В подсоленной воде отвариваем спагетти. После смешиваем их с заранее приготовленным соусом песто. Выкладываем ингредиенты. Декорируем блюдо. Приятного аппетита! Друзья мои, раз уж это программа «Магия кухни», то немножечко магии вам. Внимание! Появляется вилка в моих руках! Ну, Маргарита, с чего вы начнете? Давайте пододвинем поближе к вам. С вкусного необычного блюда или с вкусного... Обычного. Обычного, да. Ну, давайте с необычного. С необычного? Ну, прошу тогда вам, вилка. Что скажете? Шеф думает... Размышляешь, что же скажет Маргарита. Есть? Рюмку-то. А спагетти пока не остыли. Так. Ну вот так, на зубок. Альденте, это, кстати, в переводе на зубок. Да еще использовать ту красоту. Зуб. Mm-hmm. Как нет? Mm-hmm. Нет? Вот со спагетти всегда... А как переводится? Как точно, если точно переводить... Тише, пробуй. Помните, как в детстве макароны вкручивали? Очень вкусно. Замечательно. Ура, дорогие друзья! Все у нас получилось великолепно, замечательно в компании этих великолепных людей. Ну и, к сожалению, на этом нам приходится с вами прощаться. Но я вас просто так не отпущу. У нас, конечно же, есть замечательный, прекрасный подарок от наших замечательных партнеров. От нашего генерального партнера компании Eurasian Foods Corporation с брендами «Три желания», «Шедевр», «Золотые горы». В вашем распоряжении. Внимание, готовьте с удовольствием! Вот такая она тяжелая. О. Корзина, это вам. Спасибо большое. Шеф, это вам. Спасибо. Прошу. Ну и, конечно, аплодисменты тоже нам всем. Поаплодируем. Спасибо. Великолепно. Ну а вы, дорогие телезрители, теперь точно знаете, что приготовить на обед или на ужин. А мы отправляемся за новыми кулинарными идеями. Встретимся на телеканале «Хабар» уже скоро. Меня зовут Мурат Мутурганов. До новых встреч.
Золотые горы Сарамая. Дэме Эркенге. Пайдаса Берне.